Друзья, всем привет, сейчас будет очень сильная заруба, нету мификов и нету легендарок. И внимание, смотрите, сколько боксов, 515 маленьких и 87 больших. Смотрите, нету 2 мифика, это Тара, Макс и нету 3 лег. Это реально будет очень эпичное такое открытие, если реально нам дропнется и то, и другое. С вашей стороны, я, вы знаете, прошу только одно. Если вы поддержите ролик лайком, подпишитесь на канал, я вам отвечаю, и то, и другое нам сегодня дропнется. У нас сегодня на чаше весов мифик и лего. Давайте, один лайк и одна подписка перевешивает лего. Чем больше лайков и подписок, тем больше вероятность, что мы дропнем сегодня лего. Надеюсь, вы уже подписались, надеюсь, вы поставили лайки. Не буду отвлекать ваше время, забирать ваше время. И начинаем! Поехали, друзья! Я просто в шоке. 500 боксов! Представляете, сколько нам придется открыть? Давайте я вам покажу шанс на легу. Чтобы... Ну, шанс на легу маленький. Но посмотрим, что нам в итоге выпадет. Мне встречаются разные, абсолютно разные аккаунты. Какие-то везучие, какие-то невезучие. Если этот аккаунт будет везучим... Я не могу знать, он везучий или нет, понимаете? Потому что это показывает практика. Вот сейчас по открытию сундуков я пойму, везучий... этот аккаунт или же нет. Но в любом случае я уверен, что если вы, ну, то есть вы можете повлиять на везучесть аккаунта, если, конечно же, влупите сюда лайкос. Ну поехали, блин, это будет, конечно, жестко, потому что нету всего лишь мификов и легендарок. Боксов хоть и много, но нам может за все открытие выпасть только один бравлер, а максимум 2. А может и больше. А бывает такое, знаете, открываешь, ничего не падает до определенного момента. А потом хоп-хоп-хоп-хоп, каждый сундук просто новый боец. Ну, посмотрим. Я, конечно, надеюсь только на лучшее. Надеюсь, что нам выпадет хоть... Блин, я очень хочу лего, серьезно. Я безумно буду благодарен, если это случится сегодня. Поехали, ребятки, поехали. Так, ну что ж. Тем временем, пока что глухо. Ну, опять же, я на самом деле не рассчитываю на очень густой дроп, потому что... Ну, я понимаю, что сейчас происходит. Я понимаю, каких бойцов мы сейчас хотим выбить. Ребята, это практически нереально вытащить и то, и другое. Или даже больше, там, одной леги. Но, блин, не знаю, посмотрим. Вы попробуйте отгадать, какая первая... Какой первый бравлер нам выпадет? Какая первая лего, хотел сказать. Ух ты, блин. И посмотрим, угадали вы или нет. Сколько будет оставаться сундуков... С какого сундука нам дропнется и какой боец? Эпик это? Ой, блин, какой эпик? Лего это или же мифик? Посмотрим. Так, и тем временем у нас уже 387 боксиков, друзья. Офигеть, сколько же фармить эти боксы? Это жесть, их так много. Я уже неоднократно говорил, что было бы гораздо проще открывать боксы пачками. Когда ты так вот так вперед заходишь, нажимаешь количество боксов, и они открываются буквально за один раз. Но это происходит не очень часто. Мне самому интересно, реально, что выпадет? Эпик или... Оп, да ёпта! Какой эпик? Какой эпик? Мифик или лего? Господи, какой эпик? Я уже раз третий или четвертый за ролик говорю эпик или... Или мифик, блин. Что нам выпадет первым? Мифик или лего? Смотрите, скоро будет ровно половина. Пока ничего. Пустенько, пустенько. Но тем временем прокачивается аккаунт. Давайте посмотрим, что у нас по шансу, ребяточки, ребятулечки. А шанс у нас повысился на 0,2%. Не, на 0,02%. Слабо, слабо, но ничего. Все равно, знаете, лего может выпасть в любом случае. То есть, понятное дело, что это насколько повезет. Но я что-то верю всегда в такое чудо, что оно может произойти. Даже с маленьким шансом. Беру пример свой проект без доната. Помните мои первые 100 сундуков? Да откуда вы могли знать, что там выпадет лего? Да невозможно это предвидеть, угадать и... блин, вообще поверить в то, что может дропнуться лего. И помимо леги еще много других бойцов. То есть, такое бывает? Бывает. Значит, и здесь должно произойти чудо. Но наоборот, знаете, когда уже на весах реально стоят самые редкие бойцы в игре, это уже реально трудно. Ну, мы их достанем сегодня, я вам отвечаю. Боксов много, шанс у нас есть, однозначно есть. Но опять же, нам надо выстрелить, как говорится, редко, но метко. Выстрелить один раз и сразу в яблочко. Поэтому давайте, ребята, да, нам много бойцов падать за выпуск не будет, но нам выпадет что-то эпичное. Да иди ты в попу с этим эпичным, сколько можно, блин. Нам выпадет что-то легендарное, однозначно. Итак, уже скоро. Ускоряюсь. Я думаю, что первые 300 боксов это сразу просто мимо. А вот дальше,
Дальше уже будет, я отвечаю, весело. Блин, ну, слушайте. 500 боксов. 500 боксов, серьезно. Казалось бы, должно выпасть и то, и другое, а то и несколько бравлеров. Но так непривычно, что она нифига не падает. Так, у нас остается 249. Сейчас еще 40 боксов, и дальше уже, я думаю, будет, ребятки, самый такой, что не есть, редкий дроп. Вообще, конечно, хочется перейти к большим. Больших 87. Там реально будет жестко. Так, давайте посмотрим. Что у нас нету? А у нас нету, ребятки... Я что, дебил? Я показывал вначале, чего нету. Я хотел посмотреть на шанс, но немножко запутался. Так, давайте. Короче, задумался, и мысль сбилась. Ну, смотрите, еще на 0.02 повысился шанс на выпадение, поэтому... Ну, еще так откроем и уже там будем встречать. Блин, ну если сейчас вы... Там новый боец. Пацаны, хоть бы это было Лего. Там новый боец. Там выпало... Либо Лего, либо выпал мифик. Я сделаю скриншот. Проверяем. Вы посмотрите, а я сейчас нет. Это Тара. Смотрите, ребята, выпала Тара. Осталось, вот вообще, осталось прям вообще ничего. Либо Макс, либо три Леги. Поехали, друзья, второй боец, блин, офигеть. Первый есть, все, ну спустя 300 боксов. Нехиленько тогда. Чтобы, ну получается, мы по идее еще одного мифика как минимум вытащим. Но устроит ли нас этот результат? Я думаю, что нет. Я думаю, что вы, как и я, хотите, чтобы дропнулась именно легендарка. Посмотрим. Посмотрим. Так, 206, 204... Так, все, отлично. Осталось 200 боксов, и я вам отвечаю, вот сейчас будет... Блин, вот этот Тару немножко мне все сбило. Я реально сейчас бы настраивался на Легу. Ну, мы прокликали Тару, потому что я открываю по два сундука одновременно, так как, когда много боксов, по одному сундуку открывать практически нереально. Ты очень сильно устаешь от монотонности одной и той же картинки, и постоянно тыкать в экран вот так вот пальцем тоже задалбывает. Поэтому приходится вот так вот кликать сразу двумя пальцами, чтобы два сундука одновременно открывалось. Но при этом у нас может скипнуться анимация выпадения бравлера. Поэтому приходится жертвовать. Ну, что ж, надеюсь, следующего бойца мы увидим. Я очень надеюсь, что это будет именно тот боец, которого мы все с вами ждем, друзья. 156 бойцов осталось. Я очень жду Легу, пожалуйста, я очень хочу ее. Давай, 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 давай. 144. Боже, как много боксов. Как же руки устают их открывать. Ребята, вы открывали такое количество боксов хоть раз? Как вам, по кайфу открывать так много боксов? Мне по кайфу только видеть, когда часто падают бойцы. А вот так вот много открывать боксов, и когда ничего не падает, вообще не по кайфу, отвечаю. Так, ну ладно. Давай, давай Легу, блин. Вот сейчас просто будет новый бравлер. Имейте в виду, что там либо мифик, либо Лего. Я вообще хочу эти маленькие уже открыть и перейти к большим, чтобы увидеть именно спойлер, что там новый боец. Так, осталась соточка. Фух, ребята. Трэш. Просто трэш. Так. Блин, ну давай, давай. Я очень надеюсь, что новый боец выпадет с биг боксов, а не с маленьких боксов. Ну, чтобы была какая-то интрижка. Боже, как вас много. Поэтому я буду проски... Вот три бокса у меня не получается открывать. По два еще, да. А по три нет. Хотя, да, вот по два вообще четенько открывается. Погоди. Смотрите, как по два бокса четко. 64, 63, 61, 60. Через раз, да, как-то открывается по два бокса. Ох, как вас много. Жесть, я, блин, не знаю. Реально, открытие сундуков такого количества, это прям отдельно надо настраиваться на... Ну, я люблю открывать, когда реально мало бравлеров выбито. Вот тогда, конечно, азартно. Но, тем не менее, я знал, какое сейчас будет открытие, поэтому я на него настроился. И я жду Легу. Я жду Легу, ребятки. Сейчас она уже должна быть. Так. Так. Давай.
24 бокса осталось. Боже, у меня такое ощущение, что они не заканчиваются. Их бесконечно. Это провал, ребята, это провал. Так много боксов открывать. Так. О, 6! Вот это, да, вот это нормально. Итак, ребятки, все, переходим к самому интересной части ролика. 80 боксов, при этом нету лег и нету одного мифика. И вот сейчас, как только появится новый боец, там будет либо то, либо другое. И очень бы хотелось увидеть то, а не другое. Ну давайте, прожимайте лайкос, готовьте вашу удачу, ваше везение. Я очень рассчитываю, ребята, на реально на нового бойца легендарного. Поехали. Блин, и вообще нам выпадет что-то, нет? 68 боксов осталось. Так. Главное не прокликать. Жаль, что когда остается новый боец, когда остается, да, спойлер, что там новый боец, нельзя как-то подтвердить открытие. Просто хочется на этим моментом насладиться. Блин, ну смотрите, пока не падает. Только одна тара выпала. Боже, сколько сундуков фармить и всего лишь одну тару выбить. Если бы я знал, что так будет, что всего лишь одна тара, типа вообще не парился, не копились бы эти сундуки на видос. А так, блин, очень надеешься на лучшее всегда. Ну, как говорится, раз на раз не приходится, но в любом случае. Так, сколько у нас осталось? 52, капец. Но еще много. Еще есть шанс, что дропнется. Так. Так. Вот сейчас, я чувствую, что уже сейчас будет. Просто не знаю, с какого, именно какой сундук, именно тот, в котором лежит новый персонаж. Да. Это, блин, забавненько выходит. Так. 40 сундуков еще. 40 сундуков. Ух, так. Может тоже по два? Давайте по два раза скипнем, чтобы два сундука одновременно. Оп, я надеюсь, что не выпадет. Так, еще раз два. Еще раз два. Все, теперь по одному, потому что реально уже сейчас должна дропнуться. Так, давайте посмотрим шанс на легу. Шанс на легу, что у нас с шансом? Опа, а шанс на легу, ребята, бодрый. А шанс на легу очень даже бодрый. Поэтому приготовились встречать легендарку. Я вам отвечаю, сейчас реально может быть лего, может быть мифик. Что-то одно из двух. Давай, давай. Давай, давай. Да давай уже, а ну сколько можно? Сколько можно, блин? Не, я увижу нового бойца, нет? Я нового бойца сегодня увижу. 20 боксов осталось. Я не понимаю. Давай. 16 боксов осталось. Ребята, поставьте лайк, вы чё? Где бравлеры? Ты шо, шутите сейчас надо мной? А давайте... Не. Давайте я не буду реагировать на выпадение бойца. Давайте я просто с каменным лицом выбью его. Так он не падает, как мне реагировать? 6 боксов осталось. Бля, 4. 3. 2. Просто, пацаны, пи***ц. Я не знаю, это... По-другому не сказать. По-другому не сказать. Открыть 1500 сундуков обычных и почти 100 больших и не выбить. Не выбить. Офигеть. Ну что ж, попробуем с этого бокса вытащить. Я не знаю, что вообще делать, но очень странно. Просто очень странно выбить всего лишь одного бойца. Типа, лол. Последний бокс. Да ты... Давайте я задоначу, еще раз попробуем. Ну, типа, я в шоке, как так происходит. Ради последнего бойца, реально, я хочу... Ну, блин, я хочу последнего бойца, реально. Ну, мы сколько открыли, знаете, этот... проделан такой большой путь, и получить одну тару...
Я расстроен. Если сказать, что я расстроен, это не сказать ничего. 6 бойцов. Да гля, ну пожалуйста. Да гля! Ну так много открыть боксов. Я не верю, что ничего не падает. Мне кажется, что я сплю. Шутка какая-то, да? Это пранк? Это сейчас просто пранк? Последний бокс. Чё вообще происходит? Сколько мне еще открыть этих обоссанных боксов, чтоб выпало? Ух! Последний донат. Ну, брателы, погнали. Да, 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 любимый мой, я тебя умоляю, прошу. Прошу тебя, поставь лайк, чтобы это было не зря. Поставь лайк, чтобы это было лего, прошу. А знаете, на какой мысли я только что поймал? Что мы могли лего купить за гемы, которые есть в магазине. Или нет, или да. Ну, короче, там либо мифик, либо лего. Тьфу ты, блин. Вы представляете, я мог купить лего. А если 170 докинуть? Хм. Я считаю, что нам незаконно не выпало лего. Ну просто незаконно. Поэтому читерим, ребятки, читерим. И вот так вот, таким вот образом получаем все-таки. Короче, это самое сложное открытие из всех последних открытий, которые у меня были. Очень сложное, я очень недоволен. Я тьфу недоволен. То есть без доната мы выбили только тару. Тьфу просто, тьфу. Самый невезучий аккаунт. Тьфу. Не, ну это пфе. Это вообще ужасно. Это отвратительно так открывать много боксов и так мало выбивать. Ужас. Караул. Надеюсь, вы хотя бы лайком поддержали. Все, ребят, пускай вам везет больше, чем мне сегодня в этом ролике. Прям настроение под конец испортилось. Надеюсь, у вас все хорошо. Надеюсь, вам везет. Пока, ребят, напишите что-то в комментариях.